Здравствуйте. По сообщению Министерства здравоохранения Израиля, изменена политика сдачи анализов, въезжающих в Израиль и выезжающих из него с 1 июня 2021 года. Политика сдачи анализов, въезжающих в Израиль и выезжающих из него в аэропорту Бен-Гуриона, а также на наземных и морских пунктах пограничного перехода будет изменен с 1 июня 2021 года. При въезде в Израиль стоимость анализа на коронавирус, ПЦР, будет оплачиваться гражданами, а не государством. Согласно указаниям, все, кто въезжает в Израиль, включая выздоровевших и вакцинированных, должны сдать ПЦР-тесты при посадке в аэропорту Бен-Гурион или при пересечении границы в соответствии с постановлениями. Важно уточнить, что согласно постановлениям, на тех, кто не сдаст анализ, будет наложен штраф в размере 3500 шекелей за отказ. Анализы в аэропорту Бен-Гурион для возвращающихся в Израиль, начиная с 1 июня 2021 года, стоимость анализа на коронавирус составит 80 шекелей при условии предварительной оплаты, осуществляемая перед полетом, если оплата производится в аэропорту Бен-Гурион после посадки и без осуществления предварительного бронирования, цена составит 100 шекелей. Оплата производится только кредитной картой на сайте компании Омега, который будет запущен с началом предоставления услуги. Следует отметить, что бронирование тех, кто заказал анализ до 1 июня 2021 года на веб-сайте компании Омега, будут отменены, и компания отправит об этом уведомление вместе с ссылкой для перерегистрации оплаты. Начиная с 10 июня 2021 года, предварительная оплата будет проводиться на веб-сайте компании PAMI Premium, которая начинает работать в комплексе для проведения анализа в аэропорту Бен-Гурион. Министерство здравоохранения будет работать над тем, чтобы сделать оплату по сниженному тарифу доступной в аэропорту Бен-Гурион с помощью представителей обслуживания, которые находятся по маршруту движения прибывающих пассажиров. Кроме того, стойки для оплаты анализов находятся на выходе из таможни и в комплексе для проведения анализов. Анализы на наземных пунктах пограничного перехода. При пересечении наземного пункта пограничного перехода стоимость анализа составит 100 шекелей, платеж будет осуществляться заранее на веб-сайте Shiba Target или на месте при помощи представителей компании, находящейся на границе, оплата производится только кредитной картой. Анализы для выезжающих из Израиля. Начиная с 1 июня 2021 года, анализы на коронавирус в больничных кассах для выезжающих за границу будут проводиться при условии оплаты пассажирам. Таким образом, те, кто сдает анализ с целью выезда за границу, будут сдавать ПЦР-тесты только на платной основе. Это все на сегодня. Спасибо за внимание и до встречи на моем канале.